Друзья, всем привет! Сегодня... Так, и чё, я мешаю кому-то, что ли? Вроде не мешаю. Чё надо было вообще? Чё ты встал тут? Друзья, всем привет! Сегодня я взял машину в каршеринг и покатаюсь с вами, постараюсь возобновить вот эту рубрику, когда мы ездили на машине, обсуждали какие-то дела, вопросы. На самом деле в Хабаровске нет каршеринга, и я немножко был разочарован, когда продавал машину, потому что я не мог с вами общаться, общаться, как это я сделал в Хабаровске. Здесь есть одна компания, которая предоставляет машины. Я уже один раз пользовался ее услугами, если хотите, я расскажу об этом подробнее. И сейчас у нас будет отдельная тема. Мы поедем по городу. Конечно, я еще плохо знаю Калининград, и здесь по окраинам немножко попетляем. Покажу вам город и расскажу про блокаду. Наконец-то мы до нее добрались. Поехали. Ну что, ребят, очень рад, что нам удалось наконец-то встретиться в таком формате автомобильном. Каршеринг очень помогает, супер, супер тема для таких людей, как я, потому что я люблю ездить на машине иногда, но постоянно не хочу иметь необходимость за ней ухаживать и следить за ней и так далее. Поэтому вот мне прям идеально подходит каршеринг. Когда надо, я беру автомобиль, и мы едем с вами катаемся. Или мы уже ездили с семьей на, там, по сути, трехчасовая поездка у нас была в Гвардейск и в Валенберг. Это психиатрическая заброшенная больница. Очень, кстати, атмосферное место здесь. Крайне рекомендую всем, кто любит вот такие какие-то вещи. Я не могу сказать, что я большой любитель таких вещей, но даже мне понравилось. И как бы один раз точно стоит туда съездить. Так, здесь мы повернем направо. Вот региональный перинатальный центр здесь. Здесь чуть-чуть не арендовали мы квартиру. Так получилось, что предложили неплохой вариант. 25 тысяч рублей. Двушка хорошая такая, с красивым залом, с угловым. Но что-то вот мы потом нашли вариант лучше. И нам она показалась затасканная немножко такая. Было видно, что там надо как-то все отмывать, что ее посуточно, видимо, сдавали долгое время. Ну и район такой, тут постоянно кружил самолет над нашим домом, я вообще не понял, ну как бы, то есть мы сидели, полчаса ждали, мы приехали пораньше, и вот самолет полчаса вот эти и кружил. Кстати, вот при аренде квартир тоже рекомендую приехать пораньше и прям посидеть, посмотреть и почувствовать атмосферу. Очень много полезного можно узнать. Но теперь возвращаемся к нашей теме, которую я сегодня заявил, это блокада Калининграда. Многие ребята не знают о том, ну, что вообще здесь происходит, и есть разные домыслы, там многие люди, сейчас у меня раньше самый популярный был комментарий на канале, это где родился, там и пригодился, сейчас появилась новая тенденция, и люди такой комментарий: не переезжайте в Калининград, здесь все плохо, мы все умрем, будет Третья мировая война и так далее. Большими буквами обязательно пишут, чтобы прям всем было страшно. Очень многие люди пишут, что типа Калининград это вообще сейчас место, которое там будет загибаться, умрет, а потом вообще заберет ее какая-то страна. Ну, в общем, таких комментариев сейчас уже большинство, наверное. Не знаю, что это за люди. Люди, кто вы такие? Ну, то есть, и в чем ваш интерес, хочется спросить. Ну, как бы, вы что-то знаете, может, у вас какие-то есть тайные какая-то информация, которой не владеет никто. Напишите, пожалуйста, очень любопытно. Насчет того, как снабжается Калининград и насколько он отрезан от остального мира, я хочу сказать, что есть 4 вида сообщения, как и в принципе, ну вообще в мире, да, есть транспортное сообщение, 4 основных вида, это морской, авиационный, железнодорожный транспорт и автомобильный, вот. Давайте вот их 4 обсудим, да, и с какими из них есть проблемы. Если начать с автомобильного, то здесь как раз самые большие проблемы и есть на данный момент, особенно с грузовым, потому что фактически дальнобойщики сейчас не могут работать, реально очень сильно страдают дальнобойщики сейчас, и не знаю, кто им поможет или нет, но, как всегда, они оказались брошенными. У них фактически нет работы. А те, кто едет, они там стоят часами на границах. И, в общем, целая беда. И сказали, вчера или позавчера Алиханов выступал, сказал, что если брать, например, железнодорожный транспорт и грузовой, то грузовым 20% грузов доставляется, а железнодорожным 80%.
Вот с железнодорожным грузом там решили вопрос буквально там пару-тройку дней назад. Сказали, что все будет хорошо. И уже первые составы с цементом пришли там вчера. Вчера были репортажи уже всех местных средств массовой информации. И пришли составы вот с этим цементом. Сказали, вообще там собираются сейчас как не в себя возить этот цемент. Потому что, по сути дела, цемент стал единственным таким показаложником всей этой ситуации. Люди, два цементных бума было уже, два раза люди прибегали в магазины просто, если я не ошибаюсь, может больше уже. Люди прибегали в магазины, просто скупали весь цемент. Естественно, кто-то потом из спекулянтов перепродавал, цена уже была другая и так далее. Но потом снова завозили этот цемент, и все это возобновлялось. Вот такая вот история цементная. Ну, поэтому больше, как с какими-то другими товарами, не было ни паники, ни каких-то массовых истерик, скупок. Но насчет цемента, знаете, я в чем-то могу понять людей, потому что когда, например, был коронавирус, и люди скупали туалетную бумагу, для меня это было немножко странно, ну, как бы, ну, а что такого будет, если вы останетесь без туалетной бумаги, да? Ну, ничего же критичного не будет, просто, ну, как бы, ну, газетку можно взять на крайний случай, да. А здесь люди просто строят дома свои частные, кто-то взял ипотеку, у кого-то ограниченный бюджет, и все понимают, что если цемент будет по более дорогой цене, или его не будет, то человек не сможет себе достроить дом. То же самое и с застройщиками, у них обязательства, у них перед дольщиками свои какие-то вот эти вот моменты, да, если они будут задерживать, или например, если они резко взвинтят цены, то, ну, получится, что, как бы, ну, нет такой возможности просто поднять цены. Все уже, ну, в контракте, в договорах прописано. Поэтому люди активно идут и покупают этот цемент в страхе, что вот им не удастся либо достроить свой дом, либо выполнить обязательства перед клиентами, да, перед дольщиками. Ну, вот так, у нас тут большой длинный светофор. Я сейчас камеру на себя переверну. С цементом, пожалуй, это единственная такая вот беда была, где люди прям массово шли, покупали и так далее, да. Больше каких-то товаров, которые скупались в большом масштабе и которых не было, по сути, там в магазинах какое-то время, особо не было. Почему? Потому что на самом деле, ну, например, насчет продуктов, если брать, Калининградская область обеспечена молоком на 100%, например, яйцом на 90%. Молочной продукции типа сыров и так далее 88%, овощи 68%, это все Калининградская область сама производит, а фрукты на 50%. Ну, в крайнем случае будет какой-то недостаток фруктов определенных, и все. Ну, если прям перекроют вообще все. А в целом, ну, в Калининградской области много чего уже давно сама производит, и какой-то проблемы с пищевой продукцией нет. Более того, я хочу сказать, что даже нету проблем с аукцией. То есть она, вернее, как, проблемы есть, но она, тем не менее, продолжает поступать. И мы вот ходили, недавно покупали, у нас напротив дома в Главрыбе можно купить там целую кучу польских разных продуктов. Там те же самые польские сосиски, там эти сыры различных там сортов очень дорогих. Все это есть, ты просто спокойно идешь, покупаешь. В целом, в плане продуктов, как, ну, какой-то какого-то недостатка вообще нет и не было ни разу, по-моему, здесь за все это время вот этой санкционной истории. Конечно, было некоторое повышение, как и во всей России, было некоторое повышение, и исчезли, может быть, из наличия какие-то определенные торговые марки, там кто-то ушел из России и так далее. Вот. Но в целом я хочу сказать, что с продуктами, ну, как бы, все нормально, и думаю, что и будет все нормально, потому что, ну, это то, что первой необходимости нужно. Давайте там представим, что, например, Литва закроет все, там железнодорожный, автомобильная, да, просто будет полная блокада. Но в этом случае просто ребят загрузят продукты на эти паромы самые, да, и будут привозить в первую очередь продукты, ну, естественно, потому что населению нужно кушать, и никто не хочет, чтобы тут, ну, кто-то страдал. Хотя, опять же повторюсь, Калининградская область по большей части обеспечена продуктами, и каких-то проблем нет. Так, ну вот тут есть развилка, наверное, мы попробуем повернуть. Вот такие, ребят, дела. Теперь сейчас насчет этих самых паромов. Как только вот началась эта блокада, которую объявили, да,
Алиханов сказал, что есть какие-то товары, ну, то есть блокада, она же касается не всего, просто ограничили ряд каких-то товаров, ну, которые нельзя теперь привозить. Ну, ну, как бы, это связано больше было со строительной историей, строительством, мебелью и так далее. Вот. Сейчас, Петро. И получается, что они сразу сказали, мы тогда просто возьмем и перегруппируем грузы. Те, которые можно возить, мы будем возить, которые мы раньше, может, возили на тех самых паромах, мы перегруппируем все на ЖД-транспорт и наоборот, там, с ЖД-транспорта на паромы. Просто ну, это проблема, конечно, логистическая, и это сложности, но нет проблемы такое вот сделать. Но по факту получилось, что сейчас, в принципе, почти все разрешили. Единственное, насколько я понял, что они не дадут возможности возить больше, чем до начала военных действий. Ну, то есть до 24 февраля вот сколько возили, вот столько вы и будете возить. Но даже сейчас все понимают, что если такая ситуация возникла один раз, то она, скорее всего, может возникнуть и второй, и третий, и вообще все могут заблокировать. Поэтому они наращивают паромные сообщения. Если брать на начало года, я сейчас могу ошибаться, на плюс-минус один паром, в начале года было два парома всего курсировало. То есть в основном они идут в Питер, да, вот, то есть в питерский порт. Сейчас уже на данный момент там 5 или 6, а к концу лета планируют их довести до 9. То есть вообще говорил Алиханов, что около 10 паромов всего надо для того, чтобы, ну, как бы всем необходимым обеспечивать Калининград. Ну, не знаю, может быть, наверное, больше все-таки, но сказал он, что еще два парома выйдут на линию до конца лета. И получается, что по факту, ну, то есть вопрос уже этот решен. Паромы эти сейчас, к тому же они высвободились там, да, потому что нас же, по сути, там в европейские порты не пускают, много судов высвободилось, и вот они их перебросили сейчас сюда. Весь вопрос в том, что паромное сообщение, оно дороже, чем непаромное, да, то есть тем железнодорожное. Железнодорожное дешевле. И весь вопрос, не подорожает ли все. Конечно, безусловно, подорожает, если федеральный центр не даст денег, не даст субсидий. Но, как вы понимаете, Алиханов тут же, только вся эта началась история, он пошел, ну, обратился к федеральному правительству. Конечно же, ему сказали, что дадут денег. Потому что федеральный центр почему-то, ну, как бы, я... Есть предположение, почему, но все-таки они любят Калининград и дают ему денег. Вот и все. Но это если очень коротко, да? То есть... Когда и когда нужно, они его поддерживают плюс-минус. Я не знаю, почему так. Я не знаю, ну, почему, например, Дальний Восток не поддерживают и не дают ему денег. Но потому что это тоже стратегически важный регион. Но вот Калининградская область и Калининград умеют работать с федералами и как-то выбивать из них деньги. Поэтому говорить о каких-то глобальных проблемах, говорить о какой-то мега-блокаде, что тут у людей там голод. Тут я вот просто живу, как уже местный, да, немножко житель, и тут вообще никто об этом не парится. Людям это не, ну, как бы, людей не беспокоит, люди не боятся, что у них там не будет еды или чего-то еще. Людям, по сути дела, есть одно только беспокойство и одно неудобство. Это то, что, блин, нельзя ездить в Польшу, нельзя ездить в Литву. И как бы вот с этим вот как раз у людей проблема, потому что они привыкли. В большую Россию просто невыгодно ездить. Вот люди летают в Москву иногда, но так, если, например, поехать в Ростов-на-Дону, в Краснодар или в Нижний Новгород, Калининградцу просто смысла никакого нет, потому что это дороже по билетам. Это как бы не имеет смысла, когда ты можешь поехать в Польшу, в Литву или куда-нибудь по Евросоюзу покататься. Поэтому, ребят, люди, ну, насколько я понял, одни говорят, что тут 5% ездило постоянно в Польшу, другие говорят, что 50%. Ну, я, наверное, думаю, что каждый третий точно ездил. Ездил, кто закупался какими-то вещами. Кто-то ездил на отдых и в туристических целях, да. Кто-то ездил получать услуги, получать новые впечатления и так далее. Ну, как бы здесь это настолько было привычно, что просто вот люди... Каждый вот второй мне рассказывает, как хорошо было, когда они ездили в Польшу. Вот честно, и для них это реально болезненная история. Сейчас, конечно, кто планирует переезжать в Калининград,
и при этом думает, что будет ездить там куда-то в Польшу каждый день. Там, да, хотя люди ездят в Польшу, есть лазейки, и как-то, если очень хочется, то можно. Но по факту люди и сами сейчас многие, да, не хотят, потому что, ну, как бы, Польша одна из таких выбрала стратегии в отношении России, достаточно, ну, как бы, они... Короче, негативно к нам настроены, и кто знает, может, с местными жителями люди боятся, что будут какие-то эти моменты неприятные. И, в общем, самое болезненное, что, по сути, стало для наших жителей Калининграда, да, это вот именно то, что они теперь не могут ездить в Польшу или в Литву, или куда-то еще. Ну, хотя, на самом деле, ездить-то можно, но кто его знает, как оно в ближайшие годы будет складываться. И вообще, если вы планируете в Калининград ехать, то, наверное... чтобы жить уже в самом Калининграде, а рассчитывать на то, что мотаться будете в Европу в ближайшие годы, наверное, не стоит, потому что просто вот эта ситуация, если это получится, это будет просто приятный бонус, наверное, так. Я лично переехал не за этим, хотя мне и удобно, что сын может приезжать, у меня сын в Чехии учится, кто не знает, но я приехал не за этим, поэтому насчет каких-то проблем и ограничений я вам сказал. Насчет того, что куда теперь будут путешествовать калининградцы, я думаю, что они вполне могут путешествовать по России, потому что, если вы посмотрите рейсы из калининградского аэропорта в российские города, вы удивитесь, насколько широкий спектр выбора. Конечно, сейчас южные аэропорты закрыты, и на юг куда-то особо не налетаешься, но спокойно себе слетать в какой-то крупный город-миллионник российский вообще нет никаких проблем. Нижний Новгород, садитесь на самолет, летите, да, и еще там десятка, два-три городов. При этом цена, ну, конечно, она довольно высокая, может быть, но по сравнению с тем, как вот мы, например, с Дальнего Востока летали куда-либо, ну, блин, я, ребят, хочу сказать, что это сильно дешевле. Даже вот в Москву, конечно, когда сезон, когда там, если вы покупаете там за 2-3 дня до вылета себе билеты, то, конечно, ну, может быть дорого, может и 15 тысяч туда-обратно быть. Но если более-менее посмотреть, прикинуть, например, там на месяц, на два вперед, то туда и обратно билеты можно вполне купить за 6 тысяч рублей до Москвы, а там, соответственно, куда угодно. Либо в какой-то крупный город, как я уже сказал, есть прямые рейсы отсюда. Вот из Хабаровска, например, прямых рейсов куда-либо практически нет. То есть ты летишь до Москвы, а потом до Екатеринбурга возвращаешься треть пути. Или даже в Нижний Новгород очень часто предлагается тебе лететь через Москву. Но это просто... Ой, не в Нижний Новгород, а в Новосибирск даже, ребята. Ну, просто бред. Поэтому говорить о блокаде, ну, как бы, как минимум, калининградцы в России всегда смогут путешествовать, приезжать по каким-то делам и так далее. Что касается доставки продуктов и так далее, ну, я думаю, что пока у России есть деньги, у нас все-таки еще остался достаточно большой, ну, как бы, запас, да, у страны есть, будут давать на то, чтобы субсидировать те же самые паромные перевозки, и где-то надо, если что-то срочно доставить, авиационные перевозки будут субсидировать, чтобы цены не росли, ну, может, где-то бросят людей, как у нас любят, но это... Ребят, мы можем быть в любом городе России и оказаться брошенными, и, ну, оказаться в какой-то проблеме. Плюс-минус с такой же вероятностью, как и в Калининграде. Я думаю, что просто переживать об этом, ну, как бы бояться чего-то, ну, особого смысла просто нету. Если вам хочется жить в каком-то городе, просто переезжайте и живите. Конечно, сейчас южные города там чуть-чуть посложнее стало, и там реально опасно, да, например, тот же Белгород, я снимал фильм про Белгород, он у меня самый популярный, там почти 200 тысяч просмотров, город очень интересный для жизни, очень удобный, очень комфортный, я сам его рассматривал как вариант для жизни. Сейчас, когда там просто попадают снаряды в жилые дома, ну, конечно, мы туда не поедем, и, ну, много кто не поедет, то есть сейчас, наверное, кстати, покупать в Белгороде квартиру очень выгодно, потому что, наверное, там можно с большим дисконтом сторговаться. Но если кто-то все-таки прям выбрал Белгород, почему нет? Вот. А что касается всех остальных городов России, которые не на юге находятся, то, в принципе, плюс-минус, мы все в одинаковой опасности находимся. Конечно, сейчас вероятность каких-то негативных событий, она увеличилась. Но надо как-то жить дальше, и думаю, что
стоит продолжать думать о своей жизни и выбирать то место, где ты хочешь жить. Всем хорошего настроения, всем пока.